Хорошо, это второй раз, потому что это не работал много. Я умер, к сожалению. Это следующий час нелегко. Это в размере обитель зла 4 нет, а даже это как Call of Duty, по-моему. Мой убил Краузер тоже. Как я могу благодарить тебя? Что да скажите? Потому что у меня нет, я не верю, на не верю, на американцы. И, честно сказать, я думал, как я могу убить его, Краузер. Но потому что у тебя есть много умений. И когда соединяете с плагом, с паразитом, вы можете быть моим бодигардом, моим телохранителем. Хорошо. Это место полное с монстрами. Но, в меньшей мере, у нас будет очень хорошая героическая песня, греческая песня, когда мы играем. Ой, посмотрите, много враги. И снаряжен с оружиями дальнего боя. О, у нас есть связь с вертолетом. Привет, летчик. Устал из-за пробки, сказал его. И что будет? Но они не заметили существие вертолет мимо башни воды. Я не знаю, как можете. Это и странный тактик. Нет? Очень странный тактик для боя. Хорошо. Продолжаем. Конечно же, у него есть миниган на борту. Хорошо, молодец, летчик. Молодец. Совершенно молодец. А что будет? Хорошо. Меня зовут Майк. И если хотите, огневая сила – это правильное место. Но это не будет легко, несмотря на то, у нас есть поддержка из вертолета. И посмотрите. И враг снаряжен с миниганом. Я не знаю почему, но это платка. Это хорошая поддержка. Блокировал. Свои стрелки. Может быть, не очень прекрасно, потому что, конечно же, это опасный мест. Совершенно. Хорошо, идет, пойдет враги, поэтому это, если мы привлекаем,
Если мы привлекаем враги на нас, это работает хорошо. Ага! Хорошо. Это довольно хорошо. И сейчас у их нет автомат, миниган. Это работает много нас. Ого! Посмотрите! Это враг и может быть огромной проблемой, потому что, конечно... А! Конечно же, как я сказал, и один из их снаряжен с гранатомет. Это враг с арбалетом не может. О! Очень быстро его. Но это нет проблем совершенно. Совершенно нет проблем. О! Ого! Серьезно, с шокером. И это может быть огромным проблемой, конечно же. Куда находится эта врага с арбалетом? Я не вижу его. А, хорошо. О! Может быть проблем для меня, если мы не можем покончить его. Конечно же, мы используем много. Почему? Это не работало, как я хотел. Ха-ха-ха! Спасибо большое! А, один еще раз! Почему не работает, как я хочу? Не точно, я знаю, я знаю. Это совершенно. У меня нет точности. Куда находится? Хорошо. Воу! Я не думал, конечно же, не представил, конечно же, мой эффективным. Вест свой арбалет. Хорошо, в конце концов мы убил его. Что делает? Один еще существует. Хорошо, продолжаем дальше. Продолжаем дальше, но это очень опасно, как я сказал прежде. О, привет, товарищ! О. Дополнительный враг, но...
из одной стороны. Это звучит. Мой долг, конечно же, почищал все арбалет монстры за арбалетом. И что такое будет? Вниз. Привет. Конечно же будет дополнительный монстры. Хорошо. Если, конечно же, дополнительный монстр. Я не хочу тратить. Хорошо, что делаете? Куда нам? Куда идти? Хорошо. Спасибо большое, товарищ. Это дополнительный путь. И это путь. О! Хорошо. Избежаем, избежаем много. Ну, спасибо большое. Он убил. Он убил враги. О. А почему? Не убейте их. Это настоящая угроза сейчас. Нужна крышка. А почему? Да. Ага! Спасибо большое за помощь, господин. Господин Миниган. Свой точность немножко. И это хорошо. Очень паркур. А! О! Я не думал, это будет таковый. Есть шанс, чтобы бежать близко от его? Может быть. А следующий? А, не может, когда мой под крышку. О, посмотрите, это может быть огромным проблемой. А, нет! Было бы лучше, если моя скорость была скорее, быстрее. Но это не было совершенно.
не можуть стріляти на нас. Ого, конце концов. Доки, к сожалению, у нас нет что-то. Методы, чтобы стрелять из минигана, это, конечно же, будет помогать нам много. И что такое? Выдами? Нет. Не выдами. А? Монстры. Идет. Ага, хорошо. Привет. Привет на смерть. О, покончить его с ножом. В конце концов, работает прекрасно. Осторожный. Ого. Хорошо, один еще раз. Мой. О, против его. Хорошо. Молодец. А, честно, я не знаю, когда и находится враг. Скоро будет это Ниган держит. Шокером. Совершенно нет проблем. Я жду тебя. У меня есть максимальный уровень терпения. Где его? Но когда находится монстр с миниганом? О! Идет или нет? Хорошо. Честно, я не знаю, куда находится его. Хорошо, сейчас я знаю. Я знаю прекрасно, и это нужно.
молодец, я. Потому что, конечно же, это монстр является огромной угрозой для нас. Но мы покончили его прекрасно. Совершенно прекрасно. Есть дополнительный монстр или мы просто очищал эту area из врагов? Это может быть, потому что, по-моему, это может быть один-два дополнительные остальные монстры, враги. Может быть один. Это место, но я не вижу его. Поскольку я рад. Совершенно я рад. Хорошо. Это серебряные предметы. Это серебряные предметы. Это нужно, потому что я использовал, почти закончил мой склад. Хорошо. Это сокровище, которое я не собирал. Может быть, я не знаю, потому что я не был во всех местах. Нет. По-моему, я почищал эту area. Слава Богу. И хорошо. И следующее место. Хорошо. Это достаточно. Всего доброго. До свидания.